Это семья Новичковых. Приехав на выходные в Ушково на свою дачу, глава семьи Юрий с женой, дочкой и двумя внучками неожиданно попал на праздник. На центральной площади поселка впервые были народные гуляния, посвященные Масленице. Мы не ожидали, что столько будет народу, боялись, а посмотрите, какая красота. Я сама была, общалась с детьми, водила хороводы. Вот. Блинов очень много. Праздник удался, погода сопутствует, все хорошо, дети радуются, жители радуются этому празднику. Я считаю, что праздник удался. По-другому и быть не могло. Теплая погода, вкусные блины, интересные игры. Весну жители Ушкова встретили весело. С улыбками, хороводами и песнями. И в хоровод играли, да? И хлопали, и на масленицу смотрели, да, Анечка? Да, вот. Так что все было прекрасно. Кульминацией праздника еще с язычества остается сжигание чучела, символа ухода зимы и наступления весны. Жители Ушкова не стали игнорировать эту традицию. А чтобы вместе с чучелом исчезли все их невзгоды и беды, участники праздника сделали соломенных кукол и сожгли их вместе с масленицей. Алена Газинкамп, Сергей Турчанин. Специально для 1М.